Приветствую вас, друзья, на нашем семейном канале. Мне всегда было интересно, что это за торт на сковородке. И вот я решила в этот раз проэкспериментировать вместе с вами и попробовать сметанник на сковородке. Нам потребуется 200 мл кефира, 1 стакан, 150 грамм сахара, 3 стакана рассеянной муки, но муку буду вводить постепенно. И в муку добавляю 1 чайную ложку соды. На замес теста пошло 3 стакана муки. И сейчас этот наш комочек надо разделить на 8 частей. 8 кружочков готовы. Раскатываем и жарим на сковородке. Ставлю квадратную сковородку. У меня квадратная сковородка. Делаю квадратные коржи и обжариваем с обеих сторон. Можно сказать, подсушиваем. Коржи у нас готовы. Приступаем к крему. Сметанный крем. Берем 600 грамм сметаны и полстакана сахара. Взбиваем. Обильно каждый корж смазываем кремом. Сверху присыпала тертыми орешками грецкими. Края не успела обрезать, поспешила. Но я думаю, завтра утром аккуратно их обрежу, у нас будет красивый тортик. Теперь мы ставим наш тортик на ночь в холодильник. И вот наш тортик простоял, можно сказать, сутки в холодильнике, потому что про него чуть-чуть мы забыли. И сейчас попробую его в разрезе. Края чуть-чуть обрезала, пропитка хорошо прошла. Сейчас нарезаем для пробы. И вот первый кусочек. Сейчас попробуем его. В разрезе было. Хорошо разрезался. Тортик на сковородочке. Очень интересный вкус. Хочу сказать, что ожидала, честно сказать, хуже варианта. Коржи действительно мягкие, хорошенькие. То есть вариант, как приготовить торт на сковородке, зачетный. Это действительно вкусно, интересно и мягко. Крем очень хорошо пропитался. Хотя сметанный крем никогда не подводил. Он хорошо пропитывает. Особенно главное, чтобы не жалеть сметаночки. Так что я рекомендую. Хорошенький тортик на сковородке. Приятно. Друзья, большое вам спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, и будет вам счастье. До новых встреч, друзья. Пока-пока.